Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, мы с тобой взяли Лигу Мастеров и нас скинули до Лиги Сёгунов. Этому не бывать, потому что я, ребята, буду давать жесткий отпор. Да-да, Зэк, ты нам не нужен здесь. Нам нужен будет Леонардо и вот эти вот пару ребят. Кстати, ребята, помните, я говорил про Майки? Вот он, родной Микеланджело. Правда, нунчаки у него такие, веревочка длинная, но в общем, сделал он прикольно. Вот такой. Это у нас Микеланджело. Да-да, собственно, персоны. Ой, вот. Маленький, пухленький, красивенький. Ну, в принципе, мне понравилось, ребят, поэтому я думаю, что можно заказать и остальных его трех братьев. Да? Да. Так что, Майки, жди пополнения. Пускай посидит рядышком, посмотрит, как я буду играть. Так, ну что, давай, наверное, вырубим здесь. Опа, готов. Так, блокировку на лечение. Блин, называется, ребята, попил кваску холодного. Сейчас, только что в холодильнике. Блин, и горло заболело, прикинь. Да ладно, не уложил Донни. Ты что, серьезно, что ли? Во, видишь, как надо. Вот это уже совсем другой разговор, друзья мои. Совсем другой разговор, и мы двигаемся дальше. Эй, глаз зачесался. Так, ну что? Вы серьезно? Я думал, мы сейчас с тобой скаканем, прыганем. Скаканул и прыганул. И отскочил обратно. Не прокатил фокус. А если я, например, возьму одного Ваньку? Блин, это опасно. Опасно брать одного Ваньку. Да, Майки? И он, видишь, тоже говорит: не надо, говорит, Рэйчик, брать одного. Возьми, говорит, меня в пачку. А лучше, говорит, двоих. Двоих меня. Ладно, попробуем. Майки, я надеюсь, ты не подведешь меня. Так, Майки делает уклонение. Дальше у нас идет гранатомет. Слушай, довольно неплохо. Довольно неплохо. Так, тихо, отвали. Леонардо, ать, промахнулись. Крип, молодец, ушатал его. Ну что, пока все идет, друзья мои, по плану. Все у нас идеально. И мы возвращаемся в Лигу Мастеров. Ну что, сегодня попробуем дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну вот хочу я дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. И ничего с этим поделать не могу, ребят. Вот хочется мне дойти. В принципе, у нас все шансы есть. Персонажей хватает. Единственное, опять же, ребят, как пойдут кубки. Если все пойдет по-честному и не буду зажимать, то мы дойдем. Если же начнут зажимать, то тут ты хоть какой командой играй, успех тебя не будет ждать. Вот так вот, я тебе скажу. Ладно, ребят, все у нас пока нормально. Позиция у нас 69-я. То есть это получается, мы сейчас пролетаем 20 ступенек. Получается так, да? 20 ступенек, то есть 5 поединков. И мы с тобой в Лиге Мастеров 2 звездочки. Потом еще 10 поединков. Нет, какой 10? Да ну, за 5 поединков целую и лигу взять, мне кажется, нет, не получится так. За 5 поединков. За 7 поединков, наверное, да. Но за 5 это слишком кучеряво. Так, 17-23. Ребят, мы уже на пределе. Так, Армагон, ты пока посиди. Давай, наверное, вот этих вот. Рафаэль плюс Пиццелиций. Что скажешь? Сегодня, друзья мои, штуку такую купил. Ну, как купил? Я ее заказал на зоне, она сегодня пришла у меня. Как она? Пиццемейкер. Знаете такую штуку, а? Я думаю, многие знают. Она, типа, получается, как большая такая сковорода. Вот. И закрывается сверху, скажем так, еще одной такой сковородой. То есть, получается, ты раскладываешь пиццу в ней, в этой сковороде. Ну, там все. Тесто, ингредиенты. И сверху закрываешь
такой же крышкой температурку, и все. Ну, получается, как, знаешь, как в духовке, только вот в этой штуке, в пиццемейкере. Блин, вкуснотища. Я уже опробовал. Довольно быстро, во-первых, делается, и она такая нежная какая-то получается. Там покрытие антипригарное, то есть туда не надо ничего, ни масла добавлять, ничего. Просто расстелил, закрыл, время подождал, открываешь, запашок, аромат. Ребят, слюнки, слюнки потекли. Пойду сегодня вечером, ну как, уже практически вечер, перед работой, точнее на работу, сделаю, наверное, себе штучки две. Единственное, что надо будет сходить в магазин и прикупить каких-то ингредиентов. Ну, в плане, я имею в виду, там, ветчинки. Сыр у меня есть еще. Ну, да, взять ветчины. Можно будет что туда еще добавить? Оливок. Можно, да, в принципе, порубить. И томатная паста у меня кончилась. Ну, я обычно как, ребята, делаю? Я мешаю томатную пасту вместе с майонезом. Кичунес, короче, им намазываю тесто, а сверху уже, сам понимаешь, там колбаски или ветчина, ну что у тебя там есть? Есть курица, можно курицу, вот, и, естественно, потом еще это все посыпаешь сырком. Вкуснотища, закачаешься. Кстати, да, черепашки-ниндзя тоже очень любят пиццу. Такая вот аналогия, да, получается у нас. Так, ну что, друзья мои, ладно. Что-то я отвлекся, у меня аж слюна потекла. Блин, я сейчас... я сейчас пойду пиццу готовить. Блин, ну зачем, Рэй, ты вот начал вот это вот рассказывать? Похвастался, называется. Вот такую штуку приобрел. Твою налево, а. А еще, знаешь, когда пицца с горячим капучино. Когда густая пенка такая. Ой, ребят, вообще. Закачаешься, вот серьезно тебе говорю. Так, Рафаэль, успокойся, вот лучше бы мне эту пиццу отдал бы. Он 100% какой-нибудь там пепперони ест. Что я делаю? Что я делаю? Какой, блин? Сейчас вот это вот, ребята, мне выйдет все боком. Твою налево, мы ушатаем сегодня или нет? Давай, колесом. Вот заметь, как только мы начинаем на что-то отвлекаться, я особенно, да, там на каком-нибудь... Все, ребята, игра начинает меня проверять. Проверять, как говорится, бдю я или не бдю. Я говорю, ребят, зажимают кубки, зажимают просто в наглёж. Но, тем не менее, мы уже с тобой перешли практически в лигу... Мастеров две звезды. У нас тут остается один поединок. Единственное, что я вот не знаю, ребята, что сейчас будет вытворять Крэнк. Если он сейчас будет халявничать, он у меня получит по заднице. Вот этот вот розовый мозг получит по сраке по своей. О, видишь? Стоило только шугануть малька. Так, пробиваем. Фух, отпустила прям. Пробьешь лазером его, а? Есть. Я уже готов был Крэнгу мочкануть. А, видишь, все обошлось. Ну что, ребят, Лига Мастеров, две звезды, как и обещал. Так, ну нам нужно три. Нам нужно три. Кстати, ребят, помните, я на мышку грешил? Не в мышке дело, коврик. То ли он уже... Не пойму, то ли он уже затерся у меня, то ли еще что-то. Короче, проскальзывает. Вот видишь, вот-вот-вот-вот. Проскальзывает у меня все это дело. Твою налево, блин. Раз, два, три, четыре. Так, а я что там делаю-то? У меня откаты есть? А то я тут взял командочку себе топовых бойцов. Ладно, Крэнк пошел. Ой, Крэнк, какой Крэнк, ё-моё, Шредер. Плевок. Они в любом случае здесь уже, друзья, не жильцы. Почему? Ну, потому что у них постепенно урон висит. Кроме кабана. Почему кабанам? Кабаном называю, блин, Рокстри.
Видимо, так кабан мне в душу запал, что теперь у меня что кабан, что носорог. Все кабаны. Ну давай, 69-я позиция. 69-я позиция, ну что там ищем-то? 3 часа что-то там выискивает, вынюхивает. Так, ну что, у нас кожеголовый идет вместе с усаги. Горло болит от этого кваса, блин. Нам здесь, друзья, следующие поединки без отката не обойтись. Никак. Угу, конечно. Майки уже хотел, ребят, сходить, но видишь, постепенно урон его уничтожил. Так что... Так что, братан, вот такие вот пироги. Сидит, лыбится. Лыбится, ребят. Смотри. Сидит, улыбается. Вон у него улыбка какая-то. До ушей. Пригрозил еще, говорит, нунчаками такой сейчас. Говорит, замахнусь как тебе. По башке надаю, Рэй. Возбухает. Так, ну что. Давай тогда возьмем, наверное, вот эту вот команду. Все, ребят, тут придется мне тратить откаты. Откатов у нас не так много, если честно. 11 штук, это буквально сколько получается? 5 поединков? 5 поединков. Ну, в Лигу мастеров мы должны перейти. И мы и перейдем. Да что опять-то с мышкой, господи, ну... Что с тобой? У меня там лежит, ребята, новая. Вообще нулевая. Можно, в принципе, ее взять. Но, знаешь, когда привыкаешь к мышке, к определенной, она такая же, точь-в-точь, только новая, нулевая. Когда привыкаешь к мышке, вот, на, вот, например, к этой я привык, да? И вот сейчас вот поменяй, один в один мышка, да? Но ощущение не то, тактильность вот не та, ребят. Ты как бы берешь, а она как не родная. Ну, естественно, время пройдет, она станет как родная, притрется, как говорится, в руках. Но это должно пройти время. А у меня нет времени, понимаешь, сейчас в данный момент что-то там притираться. У меня вон поединки, Макарёк, кресло, иди сюда. У меня боевка тут идет вовсю. А ты мне тут про какие-то притирки говоришь. Хан, не борзей. Борзел со всеми, я смотрю. Кстати, по поводу, ребята, кто-то там, вот я говорил, что ночные посиделки, кто-то говорит, что у тебя светло. Я вам еще раз объясняю, ребят. У нас летом, ночи как таковой нету. У нас летом полярный день стоит, то есть постоянно светло. Постоянно, летом. Зимой наоборот. Солнца практически нет, у нас постоянно, ну как сказать, ночь, темень. Поэтому у нас вот такой вот, ребята, климат. Очень, как сказать тебе, ну вот если, например, человек приедет с юга, да, к нам летом, он опупеет, он потеряется просто во времени. Он не будет знать, лето сейчас, день или ночь, потому что практически всегда одинаково. Единственное, что отличает ночь от дня, то, что ночью нету солнца. Светло, но солнца как бы нету, просто светлое небо и все. Солнца нет. А днем солнце жарит. Будь здоров. Как говорится, если едешь ты в Европу, солнце светит прямо в опу. Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Вот так вот. И здесь то же самое. Так что... Блин, солнце греет в спину. Прям не могу, а? Я ж прям все, употел уже, ребят. Хотя сижу в одной футболочке. Футболочка легкая-легкая. Тоньше волосинки. И все равно употеваешь. А может быть, я простыл, а, ребят? Из этого кваса. Вчера рассказывал прикол. Решил приготовить курицу. Опять же, ребят, как всегда, в духовочке. Как мы любим. Вот. А я, по-моему, рассказывал, да, уже историю-то эту? Блин, я же ее, по-моему, рассказывал в прошлой серии. Ладно, тогда пропускаем. В общем, короче, курица, да, недоразморозилась. Ну вот, а продолжение какое было у нее?
Я сделал, ну, подождал ее, да, немножко. Потом, чтобы в противне все там не брызгало у меня по духовке, я накрыл сверху, скажем так, ну, у меня стеклянный этот противень. Я накрыл вторым стеклянным противнем, думал, ну, чтобы не брызгало, чтобы она там запеклась отлично. Сел играть, играю. Поставил где-то там на минут 40. Думаю, ну, как раз хватит, прожарится, все будет отлично. Угу. Засиделся, заигрался. Ну, там таймер, короче, сработал, выключилась она все. Вот. Пошел я, короче, на кухню, достаю эту курицу. А там, ребята, уже не курица. Как думаешь, что там? Нет, конечно, там не цыпленок, ребята. Там просто она вся усохла. Она высохла. То есть из нее вся влага. Как тебе объяснить-то даже? Вся влага из нее испарилась. И она стала сухая. То есть что кости, что мясо одно и то же. То есть она так завялилась, что мама не горюй. Ну, как мы этот вопрос решаем? Берем какую-то тару. С крышкой желательно. Ну, у меня есть такие, знаешь, как бы тебе сказать, не кастрюльки, а такие пиалы, чаши. Вот. Перекладываю я ее в чашу, плотненько закрываю крышкой и ставлю ее в холодильник. И вот тогда, когда она закрытая, при влажности, при влажной температуре, она размягчается. И мясо становится не таким сухим, как было. В общем, короче, я вчера намучился, нанюхался, ну, потому что... Я же говорил, что это вся духовка у меня в жиру. Все дымит, все горит, ё-моё. Думал, ну трэш полный. Чистил, друзья мои, духовку. Естественно, чистящим средством. Потом прокаливал ее, чтобы это все вытрилось. В общем, вчера мне работы хватило. Решил себя попотчевать, называется. Поэтому лучше делать пиццу в пиццемейкере этом. Если захотел поесть по-быренькому. Делается она, ребята, буквально там минут 15-20. Там температурка хорошая, так что это. Еще взял себе, я не знаю, зачем я ее, ребят, купил, но вот захотелось мне почему-то картошку фри. Фритюрницу, короче, я взял себе. Взял себе фритюрницу. Единственное, что... А, у меня откат хочется. Единственное, что, ребята, это... Мне так влом резать картошку. Я заказал еще в придачу ломтикорезку. Ну, такая картошку ложишь, и она ее в ломтике, короче, стругает. Вот, а потом сижу и думаю, зачем я ее взял? Если мы сидим на диете, ребята, да? Мы сидим на диете. Жирного нам нельзя. Вот. Много чего нам нельзя, короче. Кто хочет похудеть. Жирного, сладкого нам нельзя. Соленого нам нельзя. Много чего нельзя. Вот. Но иногда так хочется. Иногда так хочется. Заварганишь картошечку фри. А там же не только фри. В этой фритюрнице можно делать что? Можно также мясо в панировочку. Или курочку в панировочку, да? Также в корзинку загружаешь, также в маслице окунаешь. И получается хрустящие наггетсы. Типа того. Не те, которые продаются в магазине, фуфлышка, а нормальные, настоящие, хрустящие наггетсы. Вот. Или хрустящая курочка, ну как хочешь называй. Блин, да что у меня все про еду, да про еду. Мне уже, я сейчас, ребята, слюной подавлюсь. Трэш какой-то. Так вот, берешь эту картошечку фри в кетчуп. Кетчуп такой кисло-сладенький. Кисло-сладенький. Не какой-то там приторный, а кисло-сладкий. Нам так вот окунаешь и прям ешь. Блин, да ё-моё. Трындец. Это что у меня, блин? Аппетит проснулся, что ли? Или что такое? Не, ребят, на самом деле я просто очень люблю готовить. Очень люблю готовить. Очень люблю всякие эксперименты с едой делать. Иногда получаются не очень хорошие эксперименты. Ну, как бы блюдо получается, что надо. Но, понимаешь, оно мне как бы не нравится. Каких-то вот ингредиентов каких-то не хватает. Или еще что-нибудь. И ты уже начинаешь как бы там даже та же самая готовка теста. Там делаешь так. Немножечко оп, что-нибудь добавил, да, там чуть-чуть там того-того.
она становится более пышная, более такая рыхленькая. Вот. А для пиццы, наоборот, нужно постноватое. Такое, да, желательно вообще постненькое. Невоздушное. Я не люблю, ребята, вот эти вот на пицце бортики. Вот терпеть их не могу. Поэтому я делаю пиццу без бортиков. Я чисто раскатываю и вот прям на целиковую намазываю все вот эти ингредиенты. А бортики никогда не люблю. И даже вот когда покупал раньше пиццу, и она с бортиками идет. Блин, очень много теста. В бортиках очень много теста. И оно запекается, и оно такое, знаешь, как бы тебе сказать, оно очень жесткое становится у них. И как бы, ну, неприятно. Пицца самая мягкая, а вот бортики, блин, твердые. Поэтому я делаю без этого всего. Просто ровненькое-ровненькое тесто, без всяких бортиков. Намазываешь, запекаешь и поедаешь. Все. Сколько вот? Ну, могу за раз есть целую пиццу. А, все, ребята, мы с вами... Все, мы в Лиге Мастеров. Топчик. Офигеть. Пока тут про еду разговаривал, мы, ребят, с вами уже... Уже в топчике, прикинь? Так, а что тут удивляться? Мы же взяли с тобой, купили откаты. Тут по-другому и быть не могло. Так, ну что, давай тогда пробежимся по серии испытаний. Попробуем здесь, ребята, одолеть наших противников. Сегодня я еще попробую, наверное, чуть позже зайти в Дракон Всадники Улуха. Нам нужно допройти события там. Вот. И не знаю, либо Tower Conquest поиграю, либо... Либо не знаю. У нас еще на втором канале там пару игрушек есть. Ну-ка, готов. Вот, так что пока я не знаю, что мы будем делать и во что мы будем играть. Слушай, тут уже не до шуток. У нас сейчас тут... Ага, конечно, нате вам. Маузеры вперед. А почему у Бакстера Стокмана, ты видел, у него на голове такая полоска белая идет вдоль лица? Это что за разделение такое? У него как бы, ну, полоска. Вот тут нет, например, да? А вот там у него такая вот полоса идет. Странно. Так, ну что, вот здесь мы сделали с тобой. Пойдем теперь сразимся в поединках. Так, пиццелицы, ты как насчет прокачки? Да, конечно, он соглашается, ребята. 95-й уровень получает у меня пиццелицы. Так, а мы с тобой... Кунаичи-то, как там у нас Кунаичи? Кунаичи у нас прокачанная. Давай найдем 4 шляпы вот этих вот. Одна есть. Да ладно. Ты издеваешься сейчас надо мной, да? Вторая. Только вторая. Нам нужно еще две. Третья и последнюю давай. Я говорю, последнюю давай мне сюда. Шляпу. Ну вот, выпало, наконец-то. Так, ну и 10, ребята, ящиков с инструментами. Это уже будет в следующей серии. Так, что у нас еще есть? Жетоны нам не нужны, друзья мои. Мы их откладываем в сторону. И здесь, в принципе, тоже ничего не нужно. Здесь нам ничего не нужно. Все, друзья, тогда на сегодня получается хорош. Пойдем играть в Драконы Всадники Олуха. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.